Президент Садыр Джапаров принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрахима бин Ради Аль-Ради. Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию двусторонних отношений с Королевством Саудовская Аравия. Особый акцент президент сделал на имеющийся большой потенциал для дальнейшего двустороннего взаимодействия и расширение торгово-экономических связей. Садыр Джапаров высоко оценил поддержку королевства в реализации социально-экономических проектов в Кыргызстане по линии Саудовского фонда развития. Глава государства с удовлетворением отметил двустороннее сотрудничество в сфере туризма, в частности, планируемый в самое ближайшее время запуск прямых регулярных авиарейсов между двумя странами. В свою очередь Ибрахим бин Ради Аль-Ради, поблагодарив Садыра Джапарова, передал теплые слова приветствия от короля Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль-Сауда. Он отметил, что взаимодействие между Кыргызстаном и Саудовской Аравией продолжается в духе надежного партнерства и дружбы благодаря политическому доверию и твердой политической воле лидеров двух стран. Посол вручил Садыру Джапарову послание от короля Саудовской Аравии с приглашением принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств залива и стран Центральной Азии с участием лидеров стран, который пройдет 19 июля. В городе Джидам. В завершении стороны выразили взаимную готовность в укреплении двустороннего многопланового сотрудничества.